И скажу сразу, мне нравится игра, когда соседа. А я ненавижу эту игру. Эй, чувак, что ты делаешь в моем обзоре? Вообще-то я это ты. И правда. Впрочем, какая разница? Дело-то не в этом. Игра, когда соседа смешная, прикольная. Как ее вообще можно не любить? Вот именно, она смешная. Но смешная она потому, что над человеком издеваются, и над ним все смеются. Вот ты бы любил игру, скажем, про себя, если бы над тобой бы в этой игре все издевались. Не, ну если посмотреть с этой стороны, тогда, конечно, да, полный отстой. Но у этой игры есть сюжет. Ну да, это тоже не сильно-то помогает делу. Короче, ребята, мне кажется, он прав. Наверное, это последний выпуск по серии игр, когда соседа и по модам. Наверное, сегодня мы будем заканчивать. Это последняя серия по выпуску модов. Мне кажется, этот чувак полностью сказал, что это за игра, когда соседа. Действительно, приходит какой-то мак, извините за выражение, и портит человеку жизнь. Просто заходит в дом. Мне не нравится играть за мразь, которая портит жизнь соседу. Во! Молодец! Правильно! Да ладно, ребята, я же прикололся! Я же прикололся, сегодня же 1 апреля! В смысле? Эй, чувак из 1 апреля, убирайся отсюда! Ты мне тут не указ. Да пошел ты.